Приветствую всех, дорогие друзья, с вами, как всегда, Видеотекарь. Продолжаем играть DBD-шечку за немедица на Орманде. Вижу поросеночка. Да, блять. Ты ж говнюк, а что со скоростью? Что со скоростью? Понимаете, ребят, это тупо... На опыте наигранных часов видно. Она не настолько хорошо бегает, чтобы я ее типа не мог поймать. Это понятное дело, да. Сейчас все гены дадут. Стандартная говно ДБД. Почему-то вот смотрите, эту я сразу догоняю. И никаких проблем с сокращением дистанции просто нет. Я еще запомню, если у хитреца на Шерил нет этого, как он называется, баланса. Оно же ловкое приземление. То это 100% пиздобол. Что это такое интересное? Он уже наверху и меня там ждет. Крайне любопытный тип на Шерил, я вижу. Да. Так, далеко не уходите. Пиздельница. Не-не-не-не-не. Шерил слишком подозрительная. На нее не надо тратить время. Просто сразу, типа, на опыте видно. Ha ha.
Заводи давай, иди. Делает вид, что не палится. А, 5 секунд дал. Так, запоминаем. Перк 30 секунд и перк баланс у него должен быть 100%. Наверняка осколок. Пиздец, как предсказуемо. Естественно, я не погонюсь за другими. Нахрена мне это надо? Я лучше стадию этого поохраняю. Именно так эта игра и играется. А он и заводит, он даже и не думает как-то стараться спасать. А зачем? Если стадия, ебать ее так, 70 секунд. Хорошо. Это мне нравится. Вот видите, с этими типами сокращается расстояние просто моментально. От Шерил нет. Вот это типа Шерил играть умеет? Да ни хрена. Что в этой игре каждый второй с софтом. Хорош. Блин, как долго обходить-то, а? Вижу. Чё она его трогает? Если не снимет, отпущу. Ушла отсюда. Иди отсюда. Шерил, сука. А ты смотри, зараза, все равно сняла. Ничего не понял.
Джульетта Шелопендра надурила меня. Ладно, ты веселая, живи. Фига себе, кнут какой здоровый сейчас. Не надо заводить. Не надо. Я не буду трогать. Пусть лежит. Ага. Ты хочешь сказать, у тебя еще и спринт? Не верю я в это говно, Шерил. Просто не верю. Леон. Профарму чемпион. Блин, ни хрена не видно. Ну просто не видно. Наверное, вот этот генератор будет дозаводить. Он горячий в его воспоминаниях. Не двигайся. А, пускаю веселого сурва. Веселых сурвов я одобряю. Чётенько. Всегда себя вот так ведите. И любой ман всегда отпустит. Ну, по крайней мере, тот, у кого есть чувство юмора. Иди. Дун-дун-дурун-дун-дун-дурун.
Всем спасибо, ребят, за просмотр. А с вами, как всегда, был Видеотекарь. До следующих серий. Всем пока.